Константинос Кенонидис, генеральный директор Критской православной академии, специалист в вопросах пасторского окормления подростков и семьи, доктор богословия. Первый вопрос про вашу академию, Критскую богословскую академию. Расскажите нам о ней, о ее работе. Критская православная академия – это организация, основанная 40 лет назад тогдашним митрополитом Кисама и Селина Иринеем. Главной ее задачей было открыть церковь обществу, а богословие – науке. Академия положила начало диалогу между богословием и естественно-научными дисциплинами. С тех пор в стенах Академии прошли тысячи конференций, и этот процесс продолжается. И в них участвует, например, широко известная Всемирная ассоциация ученых, потому что мы ставим научные вопросы в нравственный контекст. Среди других участников упомяну Европейский центр ядерных исследований, а также различные международные общества в области молекулярной биологии, экспериментальной биологии, астрофизики, физики, высшей математики. Кроме того, в Академии проходят разнообразные экуменические мероприятия, такие, например, как заседание Центрального комитета и Ассамблея конференций европейских церквей. 2 года назад у нас прошла Генеральная ассамблея движения «Вера и порядок», а в будущем году мы впервые будем принимать Центральный комитет Всемирного совета церквей. Таким образом, Академия свидетельствует о православном опыте, православной духовной жизни во всем мире, во всех областях. При Академии работает Институт богословия и экологии, который ежегодно организует международные конференции. Мы поддерживаем взгляды Вселенского патриарха Варфоломея на проблемы окружающей среды, высказанные им несколько лет назад. Они заключаются в том, что истоки экологической катастрофы, экологического кризиса лежат в нравственной области. Такой подход находит все больший отклик у международного сообщества, и мы рады, что можем со своей стороны перевести экологические проблемы в богословско-нравственное измерение. Кроме того, при Академии создан Институт биоэтики. Начиная с ноября, помимо исследования биоэтических проблем, он будет заниматься информированием духовенства и теологов о том, что происходит в этой области, и разъяснять позицию и действия нашей церкви в этом вопросе. Работает и программа нравственного просвещения. К нам приезжают со всего мира. Те, кто хотят побольше узнать про православие, причем это не только православные люди. Кроме того, мы занимаемся вопросами иконописи, организуем курсы иконописи, при которых действует множество семинаров по богословию иконы. И не так давно мы начали работу по наболевшим проблемам нашего общества. Несколько дней тому назад состоялась первая встреча, где обсуждались меры безопасности при пользовании интернетом. Сотни подростков, родителей и учителей пришли в Академию на эту беседу с греческими полицейскими из отдела компьютерных преступлений. Мы и дальше планируем проводить обсуждения таких тем, как интернет-хулиганство, детская порнография и другие. Как видите, Академия старается нести свидетельство о православной духовной жизни, православном подходе, православном богословии во всех областях человеческой жизни. Вы знаете, что коммунистический период в истории России ушел в прошлое, но сегодня перед нами встала большая проблема. Дело в том, что многие профессора университетов и специалисты светских институтов отказываются признать богословие наукой. Как нам убедить наших коллег из светских университетов и институтов, что богословие действительно наука? Думаю, я уже отчасти ответил на этот вопрос, когда сказал, что к нам приезжают крупнейшие научные сообщества. При этом свои конференции они могут проводить где угодно, хоть на роскошных курортах, но они все равно приезжают в Академию, потому что там они находят тот нравственный контекст, в котором, по их собственным словам, нуждаются. Если же отвечать на ваш вопрос по существу,
то и здесь довольно легко понять, каким образом богословие может сотрудничать с другими науками. С точки зрения антропологических систем, можно сказать, что гуманитарные науки, науки о человеке, были созданы людьми, чтобы помогать людям. Этим наукам чужды онтология и эсхатология. Напротив, богословие имеет в себе и теологическую, и онтологическую, и эсхатологическую составляющую. Проще говоря, гуманитарные науки не способны давать ответы на экзистенциальные проблемы каждого отдельного человека, не способны по своей природе. Учитывая эти антропологические границы, мы видим, например, что в гуманитарных науках прототипом является человек. Как говорил Аристотель, человек — это центр всего. Богословие же утверждает, что наш прототип не человек, а Бога-человек, то есть Христос. Рассматривая это различие на антропологическом уровне, можно увидеть прекрасные возможности для сотрудничества с науками. Причем я утверждаю это, исходя из собственного опыта. Когда я изучал богословие и психологию, то сначала у меня были кое-какие сомнения относительно того, как их сочетать. Но тут я обнаружил, что отцы церкви занимались тем же самым. Ведь Иоанн Златоуст и Василий Великий были большими учеными. Им удавалось сочетать богословие и науку, применять научные знания. Дело в том, что задача науки — описывать различные явления, но она не в силах сделать человека счастливым, решить его экзистенциальные проблемы, спасти его душу. Так что вопрос здесь упирается в антропологию. Когда у нас происходят дискуссии с коллегами из светских университетов, то мы должны иметь с ними одну и ту же исходную точку, антропологическую точку. Ведь если наши коллеги не принимают богословие, будь то православное богословие или шире христианское, то при разных исходных точках они просто не смогут участвовать в обсуждении. В том, что касается нас самих, я считаю, главное — это насколько истинно мы свидетельствуем о православном опыте, о православной духовной жизни. В этом суть. Потому что если наши слова — просто человеческие рассуждения, человеческие слова, лишенные онтологического содержания, то они никчемны, они никого не убедят. Вот о чем надо задуматься и богословским факультетам, и самой церкви. Именно поэтому нас беспокоят секулярные тенденции, скрыто присутствующие в наших церквях, на наших факультетах, так что все наше дело, да и само христианство, православие, богословие, все, к несчастью, постепенно превращается в идеологию. Мы подвергаемся огромному риску, опасность таится повсюду, и наша задача — защитить церковь и факультеты от идеологизации богословской науки и духовной жизни. How can modern theologian, modern researcher, modern priest be closer to... Но тогда вопрос состоит в том, как современному богослову или священнику приблизиться к идеалу святых отцов. Как современному богослову воспользоваться достижениями нашего времени, современной науки? Это чрезвычайно важный вопрос. Я отвечу на него так. Задача церкви — суметь приложить Слово Христово, Слово о воскресении, всю богатейшую традицию отцов к повседневной жизни. Вот какова наша миссия. Опасность в том, что вместо того, чтобы прилагать Слово, мы сами начнем растворяться в этой жизни. Чтобы не ассимилироваться, не уступить секуляризации, мы должны обладать конкретными, четкими и истинными критериями. Тогда такой опасности не будет. Тоже ведь делали и отцы. Обладая мудростью прошлых веков, духовной жизнью, благодатью Божией, они говорили о проблемах своего времени и давали ответы на поставленные вопросы. И мы должны так поступать. Мы должны обращаться к мудрости прошлого, брать, подобно пчелам, выражаясь словами Василия Великого, брать и переносить, и опылять,
и давать ответы на вопросы, которые ставит перед нами современность, современное общество, повседневная жизнь. Для этого недостаточно хорошего богословского образования, знаний, знакомства с трудами отцов. Само по себе это мало что даст. Знания эти нужны, но необходимо и присутствие духовной жизни, духовного опыта и веры. Именно веры, а не религиозности. А найдется ли в наши дни богослов, который может встать перед людьми в церкви или на собрании и сказать: «Я возвещаю Божью волю»? Кто может так сказать? Святые отцы, они могли, и именно так говорили. Если же мы на это не способны, что с того? Святой Максим Исповедник говорил: «Если не можешь повседневно свидетельствовать о Божьей воле, не страшно. Закрой свой рот и молись». В наших сообществах есть два течения, два типа людей. В повседневной жизни мы сталкиваемся с такими проблемами, как, например, пользование интернетом или искусственное оплодотворение. Какова здесь позиция церкви? Если обратиться к учению святых отцов, то там, очевидно, никакого ответа не найти. Поэтому представители первого течения говорят: этого нет ни в Писании, ни в трудах отцов, значит, это не имеет отношения к православию. Это бесовщина, это должно быть отвергнуто. Эти люди уходят в отрицание. Они не знают, как приложить слово к новым проблемам, и уходят в отрицание. Это эгоизм. Они не способны сказать: «Раз я не знаю, как это сделать, я буду молчать». Вместо этого они демонизируют все новое. Те же, кто принадлежат ко второму течению, в ответ на вопрос о позиции церкви начинают говорить, немало не смущаясь, все, что придет в голову. Оба эти течения одинаково опасны. Иногда мы называем их фундаменталистскими, потому что их путь лежит назад, к основам. Там их цель, потому что они не способны приложить мудрость прошлого к теперешней повседневной жизни. А именно в этом и состоит миссия церкви, ее истинная миссия. Я говорю сейчас как профессор по вопросам пасторского окормления. И если мы не знаем, как ее выполнить, лучше молчать. Думаю, люди хотят, чтобы мы выполняли эту миссию.